Всем привет, с вами проект Ferrum.com и я Дмитрий Луценко. Вчера в Украине начал работать Canon Professional Services. Мы побывали на мероприятии, посвященном этому событию, и нам есть что вам рассказать. Canon Professional Services, или сокращенно CPS, это программа премиального обслуживания пользователей техники Canon. Данная программа работает далеко не по всему миру. Например, два ближайших к нам центра обслуживания находятся в России и Германии. То, что Украина стала одной из стран, в которой представлен CPS, уже говорит о том, что фотографов у нас немало, и многие из них зарабатывают этим на жизнь. CPS работает по нескольким профилям, а именно Silver, Gold и Platinum. В случае первого пакета обслуживание техники осуществляется в течение 5 дней. Владельцы золотой карты могут рассчитывать на 3 дня с возможностью получения подменной камеры, в случае если ТО не может быть выполнено в указанные сроки, чтобы, так сказать, ремонт не останавливал рабочий процесс. Те же, кому удалось наскрести на платиновую карту, получают подменную технику сразу же при сдаче устройства в сервис. Для получения определенного статуса нужно владеть устройствами Canon определенного уровня. Примеры наборов, необходимых для получения разных пакетов обслуживания, приведены на экране. Кстати, новизна и страна-источник техники роли не играют, так что владельцы серых или бэушных фотоаппаратов могут спокойно стать участниками CPS. Помимо появления новых услуг по обслуживанию, также порадовало повышение качества уже существующих. Так, вместе с инвестициями на развитие проекта в Украину приехало уникальное оборудование, позволяющее быстро и легко определять дефекты в конструкции фотоаппаратов или объективов и точно их устранять. На данный момент в Украине будет осуществляться поддержка лишь по программе Silver, но не исключено, что в обозримом будущем спектр услуг будет расширен. С другой стороны, то, что теперь камеры будут обслуживаться на современном оборудовании, уже радует. К тому же на всех крупных мероприятиях, к примеру, тех же спортивных соревнованиях, можно будет найти представителей CPS и получить оперативную поддержку по месту, а это большой шаг к новому уровню сервиса в целом. Вот в принципе и все, что можно сказать о начале работы CPS в Украине. Это было видео на сайте Ferrum.com. Мы ждем ваших пальцев вверх и подписок на канал. Всем спасибо за просмотр, пока!